Тоже купила ему классный. О, смотрите, я вот сюда вот. А, кстати, знаете, как настоящий хомяк слазит по трубе? Можешь это сказать? Нет? А, ребята, он... Оставил Аришку на полчаса в парикмахерской. Посмотрим, что же там она за прическу себе сделала. Ой, ой, Ариша, что с тобой? Папа, я стала феей! Феей? Это феей? Какой феей? Волшебный! И сейчас я превращу тебя в свинью! Что? В какую еще свинью? Да, в какую? В морскую! Это ты чем меня тычешь? Моей волшебной палочкой! Не надо меня тыкать этим! Стой, папа! Нет! Нет, не надо! Не надо этого делать! Я не хочу быть свиньей! А придется! Нет! Ой! Что ты сделала? Что ты натворила? Каким-то образом я не только тебя превратила в свинью, но и себя. Ой, да. Друзья, всем привет, и сегодня у нас симулятор морской свиньи. Я там купила всякие смешные штуки и хочу показать. Да, это Аришка мне говорила: папа, давай снимем видео про морскую свинку. Но я же не могу отказать Аришке, да, ребятки, да? Все, давайте посмотрим, хорошие денечки. С каналом. Папа. И дочки. Ребята, я хочу стать обратно человеком. Помогите мне, пожалуйста, поставьте лайк за 3 секунды и подпишитесь на канал. 1, 2, 3. Папа, а если кто-то не поставит лайк? Тогда мы останемся свиньями навсегда. Шутка. Друзья, знаете, что я сразу здесь заметил смешного? Что эти морские свинки оставляют какашечки маленькие. Смотрите, из них вываливаются вот эти коричневые штуки. Но мне даже это... Тебе это нравится? Но мне это... Я на тебя сейчас сделаю! О! Из меня вываливается, ребята! Прям смотрите, а я есть могу, нет? Нет, тут можно просто полазить. Я сейчас... О, вода! Из меня опять выпало, ребят, давайте посмотрим. Это, конечно, не очень красиво. Это мне не очень нравится, но... Вдруг? Тебе не стыдно? Ариша, что это за игра такая? О, смотрите, поилка. У Аришки, кстати, есть настоящий хомячок. Кто не видел, мы на Sisters Family TV на нашем канале показывали про хомячка, да? У него прям точно такая же поилка, тоже с шариком металлическим. Мы постоянно набираем туда водичку, чтобы он от жажды не погиб. Ну, Аришка, кстати, плохо следит за ним. Приходится папе и маме следить за ним. Ну что, показывай, что тут есть. Пап, смотри, тут девочка, и сюда можно выбраться. Дырочка? И туда можно не выбраться, а забраться. А бегать это shift, но у меня нету бегания. О, нифин ты себе! Я супер быстрый хомяк! Желтая линия, так. Я бегу обратно, так, есть, и есть! Победа хомяка! Так, это ты, Ариш? Да. И куда ты ползешь? Пошли, я тебе покажу эти сундучки. Сундучки какие-то, ребят, сейчас мы посмотрим какие-то сундучки, давай. О, это клетка, мы выбрались из клетки, а вон... Ага. Один хомяк там в клетке сидит. О, можно там на улицу? Там прикольно полазить. А почему у меня ножки двигаются, а у тебя нет? Ты что, протираешь пол? Давай, ходи нормально. Ариша, ну ходи нормально. Ну что ты так движешь? Я мячик нашел! Зачем мне мячик? Я папа вообще-то. Так, бегу за Аришей. Хорошо, что она медленно ходит, я могу ее спокойно догнать. А что ты смеешься, не пойму. Это смешная игра. Ага, ладно. Тут интересно исследовать все и посмотреть сундучки. Так можно было другим путем прийти. Можно было отсюда прийти к сундучкам. Ребята, можно было вот здесь развернуться и прийти. Она пошла вокруг. Ты не ищешь легких путей, да, вообще просто? Так, ну и что тут за сундучки? Так, и что тут? Какие-то зеленые штучки. За 20 баксов я не хочу. Ты что, ты перья распушила? И что у тебя во рту? Клюв? Ты что, Санта-хомяк, ребята? Ариша потратила все рубаксы, что я ей давал, на вот это. Морская свинья в шляпе. Так, что еще? Морская свинья с тыковками на голове. Так, теперь это синий. Это животное. Синий. Это что такое? Это какой-то... Это птица. Так, какой-то тут... черный хомяк к тебе пристает. Да. Эй, хомяк, сейчас я на тебя наложу тут. О, я на нем буду ездить. Я кошечка. Ух ты, хомяк-кошка. Морская свинья, кошка, не хомяк, конечно же. О, зайка какой прикольный. У меня даже хвостик. И повернулась ко мне задом, ребята. Повернулась задом и говорит: смотрите, у меня хвостик. Так, собачка. А я это ничего не могу, ребята, делать. Не получается. Да, пес. Ой, ты лев. А, опасный хомяк, я свалил от тебя. Папа, смотри, это самое смешное. Что это?
Еда? Да. Так, хочу попробовать тако. Опять 20 рубаксов. Ладно, ребят, кто не поставил лайк, ставьте, я ради вас трачу сейчас 20 рубаксов. Трачу. Есть. Все, могу тако. И у тебя все скины открыты. Эти, всех сундуков? Или только этого? Только этого. Ого, сколько ты денег потратила. Ребята, смотрите, я тако. На самом деле, я не тако, я видел тако, начал его есть, его застрял. Я не могу вылезти из него, вот такой. А она бургер. Морская свинья бургер, что еще можно? Потата. Что? О, я картофелина! Мистер картофелина! Мистер картофелина! А я хот-дог, тут даже можно посмотреть через меня и увидеть сосиску внутри меня. Так, сейчас, ребятки, я не могу. А, вот так, да? Да. Сейчас хот-дог, ребята, и смотрим. Я смотрю к себе внутрь, откуда выпадают эти коричневые штучки. О, нет, какая гадость! Это что такое? Это что? Да не так! О, вот, ребята, видно, миллисекунду мы видим, что во мне есть сосиска. Так, хот-дог, бургер, я еще не был, и чиф какой-то. О, я повар, хомяк-повар. Или... А я буду хот-догом, а нет, бургером. А ты покажи, какие вот это что такое? Дьявол, о, колдун. Я ведьмочка. Ты ведьмочка, так. Так, с крылышками, это демон, да? Угу. Дьявол. Пират, прикольный скин. А я могу делать так. Ух ты, мистер динозавр. Динозавр. Мистер ангел. Морская свинья, ангелочек. Очень прикольно. Что ты еще можешь сделать? Давай, показывай, кем ты можешь быть еще. Паук. Он в тебя вселился, ребята, в нее вселился паук. Ой, какая милая пчелка. Ну-ка, подпрыгни, ты летаешь? Нет, походу летать ты еще не научился, зато коричневые штучки... И опять ко мне задом повернулась, ребята. Опять повернулась задом и говорит, у меня жало. Жало. Я цветочек. О, миленькая, слушай, вот это тебе к лицу, да? Ты вообще такая красивая стала. О, пони! Морская свинья пони! У меня хвостик. Смотри, есть. Пока мы сидели, сколько мы тут делали этих штучек вообще, мы загадили весь пол. Так, поиграй с мячиком, дык-дык-дык-дык, я настоящий хомяк, я гоню мяч. Короче, ребят, пока Анечка там балуется, я хочу обследовать территорию. Поскольку она ходит медленно, я быстро, то я это буду делать быстро. Так, я вот хочу как настоящий хомяк. Сначала я заберусь туда, как это сделать, как попасть ко мне домой. Как я туда выбрался, я хочу туда обратно попасть. О, можно еще туда выйти, сначала туда схожу, я обследую. А, туда... Я же говорила, туда нельзя. Так, запрыгиваем здесь. О, это что такое? Это мешок. Потайное место. Я прогрыз. О, смотрите, сколько еды тут лежит. А, я пыталась в мусорку проникнуть, но не проникла. Опять она лазит по мусоркам. Не, ну мусорка это самое интересное. Я захожу сюда. О, пап, зачем ты опять бежал тоже круг? Ну, не знаю, за тобой повторяю. Вот это мой домик, я сюда буду таскать еду. Вот, ребятки, я сейчас такой сходил такой, хоп, походил, ой, и притащил коричневую штуку сюда. Эй, Ариша, выпусти меня. Эй, хватит, целая толпа хомяков набилась. Теперь зайдем сюда. О, здесь прикольно, ребят, смотрите, я как настоящий хомяк. Пополз по трубе, вот. Здесь можно все исследовать, это очень прикольно. Да, я такой иду. Эй, уйди! Эй, белый хомяк, выползи! Привет, папа дочки. Ребята, меня что, в таком виде можно узнать? Что, я похож на себя, что ли? Персонаж папа... Шляпа-то понятно, да? Значит, откуда-то оттуда вылез, а теперь я сюда залезу. Так, что у нас тут? Так. О, я по какой-то другой трубе ползу. Прикольно. У нашего я хомяка тоже есть труба. Я такой же хомяку хотела бы. Тоже купила ему классный. О, смотрите, я вот сюда вот. А, кстати, знаете, как настоящий хомяк слазит по трубе? Можешь рассказать? Нет? Ребята, он просто залазит в трубу, и поскольку она крутая, он вот так вот ложится и падает, и вот так по трубе бомс вываливается вниз. Он у нас очень смешной хомяк, всегда любит колбасу, сыр и остальные всякие штучки. И, наверное, он запомнил, когда его достают из клетки, то ему всегда должны дать что-то вкусненькое. Да, так и есть. Подходишь к клетке, он уже подбегает, стоит возле двери. Ребята, выпустите меня. Выпустите меня. Кто, где мой сыр? Где моя колбаса? Он любит у нас сыр и колбасу. Это тупик? Кстати, пап, можно забраться на лампу. Так, о, смотри, он сверху как-то залез. Ага. Обалдеть. Слушай, тут, наверное, прятки можно сделать хомяков. Хомяковские прятки. Смотри, бэус! Какая-то штука. Это что такое? Я же сейчас упаду, да? Так, и здесь вот еще какая-то комната. Эй, хомячело, все его вытолкнуло. Я этой комнатки не видела. Да ты че? Нифига себе. Тут единорожка!
Вот. Так, меня не выпускают, выпустите. Туки-туки, хомяк, я тебя нашел. А, что еще могу обследовать? Это я был. О, вот в этом домике не был. О, какой прикольный домик. Я зимние запасы опять и сюда нету, притащил. Ребята, опять я притащил сюда фигню какую-то. Сюда вот, короче, положу семена. Вот здесь я... Уже две штучки. Так, вот здесь я, короче, ваточку положу, чтобы было мне мягко. Так, здесь вот... Боже мой. Короче, я тут столько уже наделал этих какашат, так что я ухожу оттуда. Я не хочу там больше жить. Это колесо, можно в нем бегать? Не катается, жаль. А было бы прикольно, если бы это... О! Можно, смотри, паркур для хомяков. Раз, два. Сюда пробираюсь. Три, отлично. А, я вот здесь как раз вылез из той трубы. Пять. Теперь я хочу, ребят, разогнаться и туда. Ю-ху! Перелетел. Ладно, сейчас попробуем. А как, ребята, как туда залезли другие? Тыкс, 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 тыкс. Ю-ху! Есть, запрыгнул. Ребят, теперь иду сюда. Да, вот так вот ползу. Ползу, смотрите, я хомяк-экстремал. Хомяк-экстремал. Ой, я упал. Это вот эта штучка меня сбросила. Смотри, тут еще какой-то домик. Пап, смотри, тут можно на самый верх забраться. Так. И тебя на лампу может привести. Ага, пойдемте на лампы, ребята. Морковка тут заныкана, это я заныкал, моя морковка. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так. Есть, я сюда запрыгнул, это мое место. И камин. А где лампа, как туда? Вот туда прыгнуть просто? На второй этаж. Тюф! Есть. Вот. Ой, выйди лучше всего. Почему? И жди, жди, жди. Ждать чего? Вот тут, когда приедет кто-то эта сверху лампа. Уже какает на меня. Ребята, тут вообще незаметно, что я тут был, да? Вот посмотрите, видите? Это незаметно, что... О, это лифт. Ну да, типа лифт. Прикольненько все. Эй, лифт. Сейчас ты поедешь. Лежи мне обратно, ребята. Вау! Смотрите, как круто! Можно на все посмотреть. Да, здесь такой мир прекрасный. Там вентилятор какой-то крутится. Там девочка, смотрите, которая играет. Я не видел ее. Вот так и хомяк ползает и не видит, что вокруг люди огромные. Да. Вот, я попал, смотри куда. Ух ты ж-ки. А потом с лампы можно спрыгнуть. Вот я вообще здесь, вот смотри, в центре. Я кнопочку нажал, я в центре мира. У-ху. Я знаешь, что сейчас я прыгну потом девочке на голову. Посмотрим, что здесь. Давай, на девочку. Короче, челлендж прыгнуть на девочку. Девочка, готовься. Папа дочки на тебя прыгает. Есть! Ого! Я у нее в волосах ползаю. Привет, девочка. Как тебе нравится хомяк в волосах? Это внутренности ее, что ли? А, нет, это я внутри нее. Вот, смотрите, ребят. Только не. Эй, привет, я тебя за ухо укушу. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Тынь-тынь-тынь-тынь. Еще одна девочка. Привет, девочка. Тик-тик-тик-тик. На нее залезть не могу. Ну все, вроде все посмотрели. Слушай, ты меня превратишь обратно в папа дочки, или я так и останусь навсегда морской свиньей? Это как ты себя будешь вести? Да. Видимо, придется вести себя хорошо. Ребята, а вы сегодня были на канале? Папа и дочки Геймс. С вами сегодня были папа и дочка Аришка. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, напишите в комментариях, сыграть нам еще в подобные игры или нет. Хорошие денечки. С каналом папа и дочки. Всем пока!